Всем привет, с вами Дэн. И вы не поверите, снова вышло новое обновление. Похоже, разработчик решил выпускать их намного чаще. И да, я снова немного пропал на канале, но это все из-за здоровья. Надеюсь, я скоро смогу вернуться к регулярным роликам. Но вот обновление пропустить я точно не мог. Поэтому усаживайтесь поудобней, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. И погнали смотреть обзор обновления. А мне интересно, ну хотя вряд ли новый режим будет 2 недели в 3.7, ё-моё. Я в шоке. Чё первое будем смотреть? Я уже готов. Давайте фон. Фоны новые, давайте. Сейчас, подождите, стойте. На лаве. А, и все. Я просто немножечко испугался, потому что... Какого фига мы бегаем на этом фоне? Не знаю. А, там сзади пингвин на мотоцикле, это из мема. Ну, Разраб, кстати, следит за комьюнити все-таки. Да, ссылочка на мем. Что? Сохранить скин? И вот это моя иконочка, это я. Блин, нет, стоп. Сохранить скин, давайте. Просто робот я его назову сейчас. Этого черного челика, который букет роз уже дает. А что делает кнопка сохранить скин? Короче, в Рикинту теперь можно сохранять скины, и у тебя будет... Короче, отдельная вкладка со скинами. Это просто, это офигеннейшая функция. Большое реально спасибо разрабу, это просто офигенная функция. Это имбово работает, слышишь? Так, давайте оружие, чекаем оружие. Что там по оружию? Можно лысым, нету оружия. Так, второе, машины. Чего? Это нифига себе сборище, вот, конечно. И, собственно... И, стоп, еще есть так. С пингвином. Да, я только сейчас заметил. Не, ну вот что это ты... офигенно, если они будут с нами ездить в машине, это будет круто. Проверим. Дальше так, шляпы, погнали. Ну, слушайте, уже обнова неплохая за 3 недели. Шляпы, есть новая шляпа. Ой. Это что, пиратская шляпа? Так, это какой-то... А что пингвина, если новое ноги. Животное? Что? А что если можно будет за пингвина вообще играть? Нет, понятно. Но в скинах ничего нету, окей. Так, глаза давайте. О, новые эмоции на робота! Я сейчас просто за робота, и тут куча новых эмоций. Сейчас, а что у меня за скин вообще? Скибиди туалет, вот, что? Допустим, о чем? А, камера типа. А, и можно нет, без... Можно без глаз. Робот за лицо. О, в натуре... Чего? Это лучшее теперь лицо, я считаю. Что это? О, знаете, это вот эти... Стоп, что? Реал вамп хочу быть. Ой, нифига, тут много разных. Мы видим клювы пингвинов. Да, и пингвина есть клюв. А чё тогда пингвином стать нельзя, раз тут есть и клювы, и этот? Если сейчас опять крылья новые. Что? Чего? Нифига. О, подарочек. Я с ракетой буду бить. Ну, ракета это чисто, когда вот летаешь, она тоже появляется. Ну, не такая, конечно. Это вроде. Скин, чуваки, это скин на ранец. Так, мобы. What the fuck? Кролик, чему? Вот я об этом и говорю. Еще 500 монет стоит. Так, дальше вертолеты, ничего нету. Нет, стоп. Есть самолет какой-то. А он огромный будет? Проверим. Дальше. Так, животных нету. Костюмы. Что это? Что это такое? Это наггетс! Это наггетс! О, еще дофига костюмов! Раз, два, три. Короче, 4 в костюмах новых. А что в рюкзаках? Белый квадрат какой-то просто. Так, сохранить скин. Я не меняется буквально по щелчку пальца, какие-то имба. Ну еще тут вот серый костюм прикольный новый. Так, давайте карты самая, чекать. Самая первая обнова, в которой нету новых карт. Нету? А, реально нету карт. Так, ну ладно, давайте я создам. Что? Да, только что увидел. Что? Захват флага можно создать теперь, пацаны. И батл рояль можно создавать. Ура! Мы этого дождались, наконец-то. Создавай батл рояль. Создавай закрытый батл рояль. Мы еще такое попробуем. Давай. Если это так, черт возьми. Все. Хакеры 1337. Ну и скинчик. Хорошо. Давайте... Нет, здесь ничего не чекаем. Просто вот мы проверили, работает. Все работает как бы. Но давайте теперь идти на сервак. Будем смотреть новые предметы. Я тебя убью, чек. О, а он пофиксил, интересно, награды? Можешь спамниться. Это офигенно, но я хочу разработчика... Эскейп, нажмите, кто-то, Ламбер. А что там было? Да не нажимайте, давайте я создам. Нет, это имба. Что? Окей, я создаю игру, я не знаю, что там, я не увидел. Обнова. Имя сервера, пароль и сколько блоков можно заспавнить. В смысле? Да зачем ты мне сказал, во-первых, я хотел сам посмотреть. Что вы там говорите? Эскейп, сервер, нейм, пароль и блоки, нифига. 300 блоков можно заспавнить. Теперь можно знать, сколько, какой лимит у тебя. Лимит 999 в офлайн режиме. Тоже о, в третий. Что? Что оружие теперь?
Да ну нет, нет, не может быть. Это что, чикен? Это что, чикен? Чему? Мы теперь можем... А вот это? Это офигенно. А можно запустить? Можно запустить! Офигеть! Тут фейерверки запускаются, я в шоке. Разроб, красава! Вот это офигенно! Можно запускать фейерверки, это прям вот можно будет реально в Чикенгане Новый год праздновать. Понял, смотрите. Типа, знаешь, смотри еще. Есть, смотрите, есть какая-то сцена, вот говорит полиция, сдавайтесь, и он такой бросает, типа, понял, оружие, оно падает, только оно не падает. Помните, как мы очень давно хотели, чтобы можно было спавнить? А что это за пушка? Это Галилка. А такая есть в игре? Еду. Еда? Новая еда! О, что это, пончик? Аппетитно. Вот такую пиццу в школе у нас продавали, кстати. Ты от нее траванулся. Но они невидимые стоят, вот смотри. Вот взорвался. Не, ну кстати, это тоже неплохо. Это тоже неплохо. Потому что можно будет бесконечно запускать их. И вот так вот перевернутыми. Прикольно было, я только что. На. Вот так вот офигелся немного. А вы просто. Вы один заспавните и просто кликайте. Стой. Смотри, вот это хочу, вот это, вот это. Новый моб. Погнали. Вот это, я считаю, это лучшая машина вообще в этой обнове. Ща. Ну это факт, тут вообще... А может кто-то сесть еще? А ну, Дима, ты можешь ко мне сесть? Оп, Кавасаки! А он тоже спавнится там? А, он тоже спавнится на мотоцикле. А, я спереди сел. А, ты можешь сесть, да? Что, чем ты такой мой мелкий перекрыл мне, я теперь ничего не вижу. Так, Дима тоже впереди сел. А еще, тут еще человека два, ну один. Нет, еще один может сесть, это точно. Так. Анимация, давайте. Эмоции, да. И... Погнали смотреть. Вау! Это что? Почему так много? Офигеть! Теперь мы можем идти вот так вот. С этими чемоданами. Это тупо. Плач? Там плач? Ламбер, стоп. Офигеть! Край, реально. Деньги? Это деньги? Деньги! Там еще вот такая вот, типа, передает деньги. Там смотрите, зевнул. Анимации, чекайте, с эффектами деньги. Да, я об этом же говорю. Под зонтиком стоять, когда дождь. Деньги, только у него как будто слезы идут из рук. Такое ощущение. Не, ну обнова крутая, мне нравится. Моба... Ай, блин. Пасхалки. А, пасхалок. О! Пасхалок же еще дофига. О, так он огроменский. Ой, нифига. А сколько туда? А туда по факту много людей может поместиться. Вот такая вот небольшая, но очень офигенная, как по мне, обнова получилась. Но это еще не все. Мы все знаем, что у нас есть наши любимые пасхалки. Поэтому, чтобы не пропустить ролик про пасхалки, обязательно подписывайтесь на канал. Ну и надеюсь, что у меня получится как-то вот так по чуть-чуть вернуться, но вот обнову все равно обязательно мне нужно было снять, я думаю. И ждите завтра ролик про пасхалки. Опять же, чтобы его не пропустить, подписываемся на канал. Ну и ставьте лайк, если вам понравилось тоже это обновление. А на этом я буду заканчивать. С вами был я, Дэн19К. Всем спасибо, всем пока!